Девушка, уже началось заседание? Да, да, пришла. Спасибо. Девушка, муж умилый, нам еще долго? Вас вызовут. Зал готов. Ну что же, пойдемте. Да, веселая история. Пожалуйста. Простите, вот я собрала документы, а мое кольцо осталось... К секретарю обратитесь. Примириться с женой не хотите? Ни малейшего желания. Основная причина, что я ее ненавижу. Даже не могу находиться с ней в одной комнате. Есть женщина, на которой я женюсь сразу после расторжения брака. Она это знает, потому и тянет. Несовместимость характеров. Сколько лет вы прожили вместе? Просуществовали. 7 лет. Откажете на этот раз, через 10 дней я принесу еще одно заявление. Гражданка Белова, поддерживаете иск мужа о расторжении брака? Ни за что. Он вас не любит. Ну и что? А сколько семей не любят друг друга и живут? У него есть другая женщина. Другая женщина есть у всех. Сколько времени вы не находитесь в супружеских отношениях? Полгода, наверное. 3 недели. Как тебе не стыдно? Человек вас ненавидит. Зачем вам это нужно? На суде он что хочешь скажет. А вот если бы ему год не велели подавать, мы бы еще могли за это время помириться. Я к ней не пойду, я к себе не пущу. Как же можем помириться за этот год? Ну хорошо. Ну не год. Но 2 месяца дайте срок. Суд, совещаясь на месте, постановил отложить решение этого вопроса на 2 месяца с целью примирения супругов. Ай. Ну что сказали? Сказали, ждите, позовут. Миронов, почему вы настаиваете на расторжении брака? Вот здесь в заявлении вы пишете... Не хочу быть пьяницей-алкоголиком. Поясните суду. Ну, правильно. Денег не дает. Пойдешь позаимствуешь, где напьешься с горя. Я, может, книги люблю. Музыку. У меня образование 9 классов. Вы прежде любили друг друга? Сошлись... По любви.
Миронов, обещаете взять себя в руки? Нет, не обещаю. Почему? Мне тяжело будет. Две дороги перед вами. Одна — это радоваться, что дочки растут, и что жена счастлива. И другая радость — злодейка с наклейкой, как у нас говорят. Неужели нет возможности вернуться в человеческое состояние? Одолжи до получки. Живем к отца. Нет, нет. Нет? Извини. Какие у вас претензии к жене? У меня нет никаких претензий. В чем же тогда несовместимость характеров и как она выражается? Товарищ судья, это сложный вопрос. Психологи об этом труды пишут. У вас сын? Это мой сын. Муж усыновил его. Вообще он взрослый человек. У отца с ним нормальные отношения? Что? У отчима с ним нормальные отношения? Прекрасные. Прекрасные. Вот видите, у всех прекрасные отношения, и вот что получается. Николина, согласна на развод? Согласна. Согласна. Согласна, а потом локти будете кусать. Всю жизнь прожили вместе, а теперь остаетесь одна. Не знаю, оснований для развода нет. Как нет? Я указал причину. Это не причина, это отговорка. Хорошо. Мы хотели обойтись без подробностей, но если это так необходимо, пожалуйста. Я встретил женщину. Много лет назад нас связывало сильное чувство. Мы поняли, что нужны друг другу, что до сих пор любим друг друга. Это другой разговор, встретили женщину. Вы говорите, что вас с ней связывало сильные чувства. Что же вам помешало вступить в брак? Так сложились обстоятельства. Я вступил в брак с моей нынешней женой. Мы с детства были знакомы. Она жила одна. У нее был 2-летний сын. Так, а теперь вы встретили свою знакомую. Когда это произошло? 1 года назад. Она тоже подала на развод, детей у нее нет. Вот видите, 2 семьи распадаются. А стоит ли того? Ведь как у вас сложится жизнь с вашей новой знакомой, ведь никому не известно, ни вам, ни ей. Давайте все-таки подождем. Отложим решение этого дела. Простите, пожалуйста, я не знаю, как это нужно сформулировать для решения суда, но я прошу вас удовлетворить иск. Дело в том, что мы живем в одном доме, ну, просто как чужие люди, мне очень трудно видеть человека. То есть, ну, каждый день видит своего мужа, который любит другую женщину. Просто ради меня я прошу вас решить это дело сейчас, если это возможно, конечно.
Шумиловы. Послушай, что там спрашивают? Ну, кто, когда, с кем, зачем. А в общем, скажи, что ты пьешь, что она пьет. Что вообще все вы пьете? Вы утверждаете, что Шумилов ругался нецензурно? Ругался. Может быть, просто ругался или именно нецензурно? Именно нецензурно. Но ругательства бывают разные. Скажем, в газете или в книжке это может быть напечатано? Нет, в книжке это не может быть напечатано. А вы не можете вспомнить точнее? Может быть, это было слово, скажем, изверг? Ну, я могу разобраться, где цензурное, а где нецензурное. Извините меня, но он меня... по-всякому склонял. Это было? Было, но... правда, я ругался про себя. Про себя? И никто не слышал? Возможно, она слышала. Как же она могла вас услышать? Ведь разговорной речи у вас не было? Нет, но... возможно, разговорная речь была. Жена утверждает, что вы бьете ее в местах общественного пользования, бросили в нее чайник. Вы подтверждаете это? Частично. Чайник я бросил просто ради интереса, просто в пол. Так. Другой раз я ее ударил ногой в бедро. Только из-за ребенка, так как она его портит своим воспитанием. Утюг хватали? Хватал. Зачем? Просто подержать. Гладь вам надо было, что ли? Гладь мне не надо было. Кто отнял утюг? Соседка. А ты лучше расскажи, как ты на мне рубаху изодрал. А рубаху я изрезал, потому что были ежедневные упреки. Пьете? Выпиваю, но никогда не валялся и никем подобран не был. Мир-то будет между вами? За последнее время скандалов не было. Ну, ударил я ее один раз. Когда? Число помню, точно не помню. День рождения у нее был. Лавровы, прошу. Вы когда-нибудь задумывались, что у вас могут быть дети? Нет. А следовало бы подумать. Лавров, расскажите суду, что у вас там случилось? В чем главная причина? Невозможно создать семью. И вообще ничего общего. Лавров, он пьет? Не так уж. Вообще-то не пьет. Он вас бил? Что? Значит, на поведение мужа вы не жалуетесь. Он... закрыл комнату и не пускал меня ночевать. Ну, где же вы ночевали? Я лазила в окно, у нас были тогда строительные леса. Как же он мог не пускать вас на собственную площадь? Он даже девушку приводил. У них была интимная связь? Нет. Откуда вам это известно? У них была молчаливая договоренность. Может быть, все-таки была какая-то причина? Он считает, что я ему изменила. Он правильно считает? Это не имеет значения. Как же не имеет значения, изменили вы ему или нет? На этот вопрос я отказываюсь отвечать. Ваше право. Но имейте в виду, что вы это делаете во вред себе. Может, не будем торопиться? Лавров, ваша жена возражает против расторжения брака.
Возражаю, потому что это глупо. Давайте отложим решение этого вопроса. Нет, у меня-то все решено окончательно. Здесь Сини не будет. Давайте сейчас. Давайте сразу. Иди, нас разбирают. Фамилия? Кирилашвили. Национальность? Русская. До этого состояли в браке? Цветковым Юрием. Причина расторжения данного брака? Сам ничего не делает, нигде не работает и нигде не учится. Часто меня оскорблял, и жили мы плохо. Говорил, что я проститутка, и что меня можно за 3 рубля купить. И вообще всякие оскорбления, которых я не заслуживаю. Ответчик, встаньте. Истица говорит правду? Не мог я это сказать, не мог. Если и сказал, значит, был не в себе. Зато, Кирилашвили, вы поддерживаете иск жены о расторжении брака? Нет, я не согласен с причиной, которую она указывает. Здесь совершенно другие причины. Почему вы не работаете? Я работаю, только на дому, по состоянию здоровья. Чем же это вы так больны? 5 лет лежал в гипсе. Был туберкулез. И на дому можно было заработать. Больше инженера. Я зарабатываю, как все советские люди. Граждане судьи, Лариса неплохая. Она очень хорошая девушка. Я любил ее и сейчас люблю. Вот здесь ее мать сидит. Это она все ее слова говорит. Она своей дочке сказала: будет кооператив, будешь жить. Не будет кооператива, не будешь жить. Цветков пойдешь. Откуда я возьму кооператив? Она думает, раз грузин, значит богатый. Истец, он говорит правду? Вообще он меня не любит. Но он утверждает, что любит вас. Нет, он меня не любит. Нет, люблю. И ты это знаешь. Нет, не знаю. Знаешь, через звонки, которые я тебе звонил. Да то, Кирилашвили, почему вы думаете, что она хочет вернуться к своему первому мужу? Потому что он послушал телефонный разговор и построил на этом всякие свои нелепицы. Нет, это не она хочет. Она неплохая девушка, это все ее мать, а потом будет 3 несчастных человека. Не будет. Она любит Цветкова Юрия. А ушла от нее по легкомыслию. И вот возвращается. Там хотя бы не будет лжи. А Кирилашвили, его отец, обещал перед свадьбой, что будет кооператив. Не умеете себя вести, покинете зал. Если бы он меня любил, то хоть придумал бы что-нибудь, чтобы нам не жить втроем с мамой. Граждане судьи, я прошу дополнения. Пожалуйста. Я жену ни в чем не обвиняю. Если у Ларисы есть 3 сердца, одно для первого мужа, второе для меня, а третье еще для кого-то. Граждане судьи, я прошу вас, удовлетворите ее ходатайство. Простите, пожалуйста, Вадим дома? Пожалуйста. Минуточку. Там к тебе пришли. Пускай подождут. Угу. Он сейчас занят, подождите. Сама поправь чуть-чуть. Сейчас, подожди. Ну что там? Здорово. Привет. Отпусти человека. Оденься. Как кучеряв живешь. Пьяный, что ли? А ты мне наливал? Твоя работа?
Отчасти. О, кого я вижу. Супруга. А чего ты ее так, а? Как? Скромненько. А? Что же вы пристали ко мне? А ну, вали отсюда, кретин! Ну! Ну! Так нельзя, нельзя так! Это не игрушка, это холодное оружие. Да он пьяный. И давайте так решим. Пей, но дело разумей и запомни. За нанесение менее тяжких телесных повреждений статья от 2 до 6 лет. А теперь по домам. Ну-ка, ответь еще достану. Напугал. Закрой дверь! Смотри, как бы за тобой не закрылась дверь. Ну что, что? Уйди, исчезни. Ну что? Ну что? Уйди, исчезни. Что, думаешь, я тебя ревную, что ли? Жизнь свою загубил, идиот несчастный. Ради чего? Алло, это Митя говорит, помните? Митя, а я думал, ты просто скажешь, это я и все. Ты где сейчас? Я из автомата звоню. А где автомат? Возле почты. Где почта? Какая улица? Улица Комсомольская. Так, никуда не уходи, жди, я буду через 5 минут. Да нет, Ир, я, понимаете, звоню просто так, договориться. Ну вот я приду и договоримся. И...
Здрасте. А я все думала, позвонишь или не позвонишь. Вот. Если бы знали, что со мной творилось после того вечера, когда все сидели и хохмели, вы встали и пошли, я тоже встала и пошла за вами машинально. А потом спохватилась, вернулась и подумала, какое свинство. Ушел, даже не попрощался. Ну, а чего вы так сказали-то? Мы даже с вами не здоровались. А я все равно сказала. Все равно. А потом оказалось, что вы не ушли. Я тогда совсем соображение потеряла. А потом вы вдруг говорите, только не уходи, я всегда ухожу последней. Ну, у вас же инженера сидели, все с высшим образованием. Так по заводу всех в лицо знаешь, а так. А ты не заметил там? Там половина дураки были. Один сидел умный в углу. Лучше бы тоже дурак был. Ира, ты извини, пожалуйста, я позвонил просто так, договориться, а сейчас у меня дела. Хорошо. Вы так всегда честно мне и говори. У меня дела, пошла вон. Ну, это знаешь как, это вообще-то не дело, это так. Человека нужно найти одного. А может, давай вместе будем искать? Не стоит, на свой разговор. А надолго? Ну, как получится. А у меня время есть, могу подождать. Ладно, пошли. А дальше что будем делать? А дальше? Будем действовать. Приехали. Ну вот, теперь будем ждать. Как интересно. Ага. Ириша, извини, пожалуйста, иди. Иди, я тебе позвоню. Иди. Я не знала, что ты такой заводной. Да из-за этого гада шиной развелся. Пошла к нему на день рождения с подружкой. Одноклассники. Танцы-шманцы. Я его штучки эти знаю. Гипноз. Ну, гад, я тебя еще достану. Ты успокойся, Митя. Ты, Ириш, ты иди, я тебе потом позвоню. Иди. Позвонишь? Не исчезнешь? Позвони, позвоню. Правда? Ну хорошо, я пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению. По какому? Относительно обмена. Это ко мне, ко мне. Здрасте, вы насчет квартиры, да? Здравствуйте.
Проходите, пожалуйста. Спасибо. Извините, я дал объявление. Все равно рано или поздно уже разъезжаться. Но учти, все будет зависеть от тебя, я согласен на любой вариант. Вот там у нас кухня общая. Угу. Соседы. Тихий? Да, он почти здесь не живет. А это ваша комната, да? Да, это наша комната. Разрешите взглянуть? Конечно, пожалуйста. Спасибо. Она в городе, сейчас объяснится вы его, Александра. А там у нас балкон. Балкон у нас здесь. Ой, простите, пожалуйста. Маленький, но удобный. Вы знаете, я, к сожалению, думаю, что наш вариант может вам не подойти. Дело в том, что у нас не две комнаты в разных районах, у нас одна очень большая. 30 метров, но разгороженная капитальной перегородкой. Так что практически это получается две комнаты с изолированными входами. Вы мне разрешите присесть? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Вы знаете, перегородка почти капитальная и почти звуконепроницаемая. Что значит почти? Это значит, почти ничего не слышно. А, понятно. Мы с сестрой сами поставили эту перегородку. Просто, знаете, как-то мы подумали, что человеку нужно иметь отдельное место, где бы он мог отдохнуть, где бы мог побыть один. Должна вам сказать, что когда мы поставили эту перегородку, я просто сразу почувствовала себя человеком, право. Ведь в любую минуту я могу пойти в гости, а когда возвращаюсь, я одна. А зачем вам съезжаться? У меня так жизнь сложилась, что у меня нет семьи. И вот фактически, вы знаете, моя семья – это моя сестра. Простите, у нас люди, между прочим. Да-да, я слушаю. Может быть, это вам не интересно, но вы знаете, мы так похожи друг на друга, это просто любопытно. Иногда нас просто путают. Вот вы не догадаетесь, где я, где сестра? Это вы? Нет, это как раз сестра моя, да. А это вы? Это я. Это тоже я. Один из последних снимков, да. Ну вот, казалось бы, такой пустяк, перегородка. Но ведь это значит отдельный вход. Конечно. Да. Значит, отдельное хозяйство. Mm. Чашки там, ложки тут. Mm. Да. Ну, как вам сказать, я никогда не думала, что это так грустно будет. Так зачем же вам обмениваться? Вы бы сломали перегородку, у вас получилась большая комната. Все дело в том, что ликвидировать эту перегородку почти невозможно. Когда мы ее ставили, нужно было взять разрешение на это. А мы не взяли. А теперь, чтобы ее сломать, нужно опять взять разрешение. А нам его не дают. Поэтому я должна пойти к инспектору, а он мне откажет. Слушайте, зачем идти к инспектору, если вы знаете, что он вам откажет? Чтобы получить отказ. Зачем? А затем, что когда я получу отказ, я могу пойти дальше. А нельзя сразу пойти дальше? Нет, сразу дальше я не могу пойти, пока у меня нет резолюции. Подождите секунду, что? Ну, хотите, ну давайте я приду к вам в воскресенье и сломаю перегородку. Как это вы сломаете капитальную перегородку? Ломать не строят, руками снесу. Что вы, куда вы денете бревна? Вот такие бревна. Во двор выброшу. Нет, они там все загромоздят. Кто-нибудь подберет? Кто подберет? Перегородку ставите. Да? А вообще, знаете, это идея. Действительно. Мне просто не приходило в голову. А что, если решиться просто взять, сломать все и вымести? Правда? И может, действительно, кто-нибудь... Да. В общем-то, у вас вариант посложнее. Обменять комнату на две в разных районах, это сейчас почти невозможно. Такова жизнь. Такова жизнь. Сначала встречи, что ни день, то встречи. Потом расставание. С одним человеком, с другим человеком. Ради чего? Ради того, чтобы однажды расстаться со всеми сразу. Простите меня за беспокойство, пожалуйста. Ничего, ничего. До свидания. Я провожу вас.
До свидания. Мы стараемся, чтобы эта книга заходила с кем не выходили. Однако есть такие моменты, когда рукопись должна выйти для остальных книг. В частности, в прошлом году мы оставляли одну из рукописей. Ты много таких объявлений написал? Много. Где расклеить указал? Ага. Деловой. Маклер. Раньше бы свой деловец проявил, может, двухкомнатную квартиру бы получили. Ну, что это, какой же деловой? Вот твой хорек, вот этот деловой. Что он тебе сделал? Что? Он жену меня развел. Ты сам себя развел. Ах, это я сам себя развел, да? Любил, воспитывал бы. Ха. Правильно. Ты будешь шляться по ночам, а я тебя воспитывай. Скажи, что я должен думать о своей жене, которая ночует черт знает где? А что ты должен думать о своей жене, если она твоя жена, и ты ее любишь? Вот любовь, это не надо. Современный человек, ведешь себя как девочка. Угу. Все остались ничего, я осталась... Все это все! А ты моя жена! А жена это клетка. А, так это для тебя клетка. Так чего ж ты мне... Чего ж ты мне раньше не сказал, а? Я бы тебя выпустил, летай, пташка. Мужчина называется. Взял бы, дал по морде. А то раз в суд повел. Замолчи, слышишь? Замолчите, прошу. Че, башку туда дурацкую пульну чем-нибудь. Раньше надо было пулять, сейчас я тебе никто. Так ты же этого хотела. Я этого не хотела. Хотела, хотела. На что боролся, то и напоролась. Теперь ты свободная женщина, я свободный мужчина. Гуляй, все. Зачем тогда женился? Дурак был. Не трогай меня руками. И все дураки, кто женится, написали бы всем на лбу букву «Д», пусть смотрят на себя в зеркало. А ты куда собираешься-то? А? Твоя комната, ты здесь будешь жить. А я к Славке пойду. Так, где брюки-то? Где мои вещи, Кать? Меня ж тебя спрашивают, где розовая рубашка? Да, хозяюшка, ты мне, конечно, хорошая. Хорошая хозяюшка. Где брюки? Ничего в доме не найдешь. Это я уйду. Ты уже телефончик дал, тебе звонят. Насчет обмена звонят, да? Это моя знакомая. А, твоя знакомая. Эта знакомая тоже от тебя уйдет, от тебя все уйдут. Ах, ты еще и хулиганить. Ну-ка, подними сумку. На. Дай. На. Открой дверь. Открой дверь, я тебе сказала. Если ты уйдешь, и я уйду, оставлю дверь открытой, пускай все обокрадут. Это твоя комната, и ты будешь здесь жить, а я буду жить у Славки. Ты меня поняла? Все, пока. Thank you.
Чебурашка! Кать, позови! Она стирает! Ей письмо от мамы! Как жизнь молодая? Все цветешь? Здравствуй. Привет. А ты чего здесь? Возвращайся домой, комната свободна. А ты где живешь? А я у Славки. А, ты своим написал? Не-а. Я тоже не стала писать. Чего зря писать, правда? Только расстраивать их. Где письмо? Вот. Митя, Мишка Курилов женился. Да? Да. О, а как долго ходил? Вот решился. Ну, дай им Бог. Ну, а ты-то как? Вообще-то ничего. Записал самодеятельный эстрадный оркестр женский, осваиваю ударную установку. Помнишь, как ты говорил, что ты меня убьешь и себя убьешь, если я тебя брошу? Да. Как все меняется? Я очень рада за тебя. Она очень хорошая девушка, Ирина Григорьевна. Какая Ирина Григорьевна? Ах, уже Ира. Извини, я не знала. Надеюсь, у вас все хорошо? Да, у нас все хорошо. По-моему, она очень чувственная. Возможно. Нет, это очень хорошо, что именно она. Во-первых, она действительно тебя любит, это главное. И вообще... Тонкая, интеллигентная девушка. Немножко нервная. Поначалу это ничего, но для семейной жизни не подходит. Это, конечно, не мое дело. Но не мешало бы и побольше самолюбия. Никогда не нужно быть смешной. Почему же она смешная? Прости. Она обо мне не спрашивала? Нет. И ничего не говорила? Не-а. Доказывает ее ум, тоже плюс. Митя, мне кажется, что мы стали более по-человечески относиться друг к другу. Именно теперь. Ну, пока. Как таинственно. А як же ж? Прошу. А неплохо твой друг устроился. У богатых людей свои привычки. А теперь я буду за тобой ухаживать. Можно? Ага. Прошу. Музыка. Так. Одну минуточку. Здравствуйте. Митя, он на кухне.
Спасибо. А почему такие лица? Юра, дай-ка музыку, пожалуйста. Алера, садитесь к нам, у нас свободное Спасибо. Место. Зачем мы ему нужны старые игры? За это не обобщай. Ну зачем же вы так про себя? По некоторым французским источникам, да. Именно ваш возраст, время наибольшей изысканности. Ваши козыри, чарующий взгляд, теплый голос, тонкое понимание людей. И никогда не надо делать вид женщин, покорившихся судьбе. Не будем, не будем. Начинаем новый. Так, можно ехать. Здравствуй, Катя. Который час? О чем думаешь сейчас? Давай рядом посидим и послушаем мой рассказ. Сказать невольно я решился, любовь заставила меня. Любовью дышат все народы. Катя, и я люблю тебя. Когда умру, когда скончуся, когда в холодный гроб сойду, любить меня уже не сможешь. Люби сейчас, пока живу. Вот видишь, нашел себе помоложе. Смелый. Мое амплуа, джентльмен с тросточкой. Чем повез. Пожалуйста, остановите на минуточку где-нибудь, где можно. Сейчас сделаем. Спасибо. Перенесу. Опа. Пусти, я сама. Ну, сама, сама. Бутербродик, нет? Нет. Тише.
Это ничего. Болезнь. Работа. Доктора говорят, не отказывайте ни в чем. К профессорам возили, к старухам. Деньги да деньги. Боюсь, отсюда придется увозить. Мне уже лучше. Спасибо. Не надо. Сейчас пройдет. Давайте, давайте лучше я. Вот. Решить с вами познакомиться? Разрешаю. Я очень хочу с вами познакомиться. Знаешь, я сегодня утром испугалась, что стала меньше тебя любить. А потом в 4 часа вдруг так тоскливо стало. Какой-то шебутной сегодня. Сам не знаешь, чего хочешь. А вокруг ходят и бегают девушки, и чем-то беспокоят. И это неправильно, это нехорошо. Неуважительно, обидно и смешно. Веселей, ребята!
Первый раз она от меня ушла, потому что мы с ней договорились пойти в кино, а я не смог. За 2 месяца она 3 раза от меня уходила. Может быть, я действительно не уделяю ей должного внимания, но я не могу его уделять по специфике своей работы. Какая у вас интересная специфика. Последний раз она от меня ушла, потому что я не явился на свадьбу к ее подруге. Можно так жить с человеком? Нет. Вот видите. Простите за нескромный вопрос. А вы ей не изменяете? В настоящее время никем не увлекаюсь. Все равно любовная лодка разбилась о быт. 2 любовных лодки разбились о быт. В свою очередь, простите меня за нескромный вопрос. Вы замужем? Боже, как скучно. Вы меня не так поняли? Так, я поняла, так. А эту женщину, что болела, муж все-таки увез. Горе-то какое. Вот так живешь-живешь. Вдруг. Бац. Не надо об этом думать. Я ведь тоже принял лечение. Теперь, если выпью, сразу умру. Живу все время на грани между жизнью и смертью. Больше чувствуешь радость жизни. Слыхала? Что? Митя человека порезал. Кого порезал? Когда? Не знаю. Сказали, человека порезал. Митя порезал? Да. Что же будет? Если я сказала. Что случилось? Катин муж Митя человека порезал. Вот обормот. А кого? Не знаю. Насмерть? Сказали, порезал. Вот беда. Не будет? Так был уже. А мне в город надо. Завтра, завтра. Мне сегодня надо, у меня муж заболел. Знаешь что? Попробуй-ка ты на высокий причал. Может, еще успеешь.
Одевайте. Сюда, пожалуйста. Проходите. У меня беда. И у тебя там что-то. Как все сразу, а? Ты как себя чувствуешь? Ничего? Мне сказали, ты человека порезал. Болтовня. Ты-то как? Я хорошо. Вообще-то не бойся. Пройдет. Мить, ты кого порезал? Ты никого не порезал. Так и говори. Никого не трогал. Главное одно говорить. Никого не трогал, ничего не знаю. Мить. Ты приходи ко мне каждый день. Если не придешь, я буду думать, что ты в тюрьме. Кормят как? Кормят ничего, кормят хорошо. Ты как себя чувствуешь? Я ничего себя чувствую. Нормально. Тебе спать больше надо. Я сплю хорошо. А я была уверена, что ты в тюрьме. Наврали, вот сволочи. Ребята, заканчивайте. Мы сейчас, сейчас. Ты где, а то мне попадет. Ты береги себя. По улицам ходи осторожно. Главное, не надо нервничать. Я попала в больницу, ладно, хоть у тебя все будет хорошо. Мить, я скучаю по тебе. Ты-то по мне скучаешь? Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе, Митя! Я скучаю по тебе!